Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый зритель. Это понедельничный выпуск «Побегаек» в новой игре. Это у нас рубрика «Новая игра». Она в этот раз таки новая немного даже. Это, в принципе, второй, наверное, вторая попытка делать что-то новое на этом канале. Но не знаю, получится ли или нет, посмотрим. Как я упоминал, собственно, поменяется расписание. Они такие, оно таки поменялось. Это вот тут вот, значит, на эту недельку оно будет так выглядеть. Будет два утренних потока вместо одного, но они будут в среди недели. И, как обычно, если что, там на Telegram вот это все сообщается туда-сюда. Вот такие, в принципе, дела. Ну что, попробуем начать. Я не знаю, что это такое и зачем, с чем его едят. Но раз у нас есть непосредственно часик-полтора побегать сегодня, надо побегать и посмотреть. Единственное, что управление почему-то... Ага, новая игра, давайте. Сейчас мы узнаем, как это вообще, что. Что это такое и с чем его... Health food. Так, стратегии мастер. Хотите играть? Хочу. Нажмите А. Тряпочный. Потом спасибо скажете. Хороший наставник. Так, coffee trainers. Так, давайте раньше чистую годи. Это чуть-чуть по-другому, ну да ладно. Ага, это наш персонаж. Ну, пока мне все уже очень сильно нравится. Так, hey, you're finally awake. I'm your new owner. I will look back at you, but I need to look at the road. Safety first, you know. 10-2 and all that. Это же отсылка была только что к этому самому. Это, блин, я опять прозрачный, да? Ладно, давайте-ка мы попробуем чуть меньше прозрачности. Не будьте прозрачны. Oh, look, pigs! Ooh-wee, close one! Where was I? Все нужно объяснить, пока вступление не закончится. Уже приехали. Смотри, уже приехали. Ну давай уже, объясняй, показывай. С чего же начать, говорить? Репутация у нас, только что кого-то толкнул. Она в порядке, все в порядке. Короче, он что-то там бубнит. Но наша компания из четырех боровых ребят не слишком воодушевлена, поэтому я тоже скипаю все, что там рассказывается. Multiplayer game, right? О, так мы тут можно не одному играть. Это воодушевляет. Коровки. Ой, в смысле, свиньки. Давай уже открывай, мужчина. Ага. Hey, hey, look at me. Now look over there. See that thing? That tower? You see it? That gold tower that looks super cool. Да. Like a bit too cool to be meant for simple, stupid gold like you. Осёл и Шрек, что ли? You see it? Right over there. Just follow my finger. Ну давай, пошёл. That thing is your home from now on. Ну давай. I heard some rumors online that those gold towers are some kind of entrance to a secret. Ну пожалуйста, пропустить. Ну всё, чел, всё, ты достал, давай. А, пространственно-временная аномалия. В пригороде Свилли появилась загадочная трещина в пространстве и времени. Узнайте, в чем дело. Пойдемте узнавать. Надо повернуться, развернуться, посмотреть, что да как. Так. Ага. Ага. Так, давайте-ка в домик зайдем. Ой. А что такое синхронизируется? Типа сохранится? Я синхронизировался. А, я могу все еще двигаться, несмотря на анимацию. О, май. Зеленый палец вверх. Растение. Синхронизируйтесь с козлиной башней. Синхронизация прошла успешно. Что значит? Ладно. Синхронизация выполнена. Поздравляю всех нас.
с этим великим достижением. Можно войти сюда. А, нет, не падай, козленочек. Забота о транспорте. Отправляйтесь. Пойдемте, отправимся. Угу. Откройте главные двери. Давайте откроем их. Так. Войдите в свой дом. Красивый дом. Очень серьезные дела. А чтобы увидеть новые события, давайте посмотрим новые события. О, карты. Ого. Ого. Нормально. Есть места тут всякие. Так, события, секретные события. Та-та-та. Царь горы. Это мы, садовод любитель, куча всяких неизвестных мест. Получите свою первую награду. Давайте получать. Как податься? Запрыгните, чтобы... Ага. Ого! А что это начинает пахнуть? Что произошло? Это родители. Ну давайте, давайте. А как? Ага. А где награда-то моя? Ну все, уже не пахнет. Так, надо нажать сюда. Давайте. Получаем награду. Так, но это не награда, это же просто цепь. Или будет награда? Майдадыр пришел. А, он почистил? Кайф. Поубирался с помощью этой самой щетки, получается. Нормально. Завершено. Ага. Reach F tier. Но мы уже F. Впитываем мудрость. Давайте. Кайф. Теперь вам доступны инстинкты. Давайте-ка посмотрим, что за инстинкт. Так, значит, ого, у меня тут много чего есть. А как быть козлом? Сделайте сальто назад. Неплохо. Сделайте тройной прыжок получше. Закрепите инстинкт. Достигните. Покажите эмоцию. Потушите себя водой. Сделайте... А, это типа инстинкты... Ага. Ага, задание. Так, карта, козлиный замок, снаряжение, коллекция. Имеется мини-игры. Задание и карта. Замок. Ранги или минут. Так, ну ясненько, понятненько. Как бодаться? Что это такое? Что? Это облизывание. Это звук. Это ничего. Это ничего. Это что-то странное. Так, вставайте. Вставайте. Ну как-то. А, это какой-то такой режим. Притворение. Ужас какой. Вставайте. Так, это что за кнопка? Во, бодаться. Все, это все, что мне нужно. Понятненько. Destruction. А кого тут еще надо бодать? Сделайте сальто назад. А как мне сделать? Лизните и тащите. Давайте-ка лизнем и потащим. Отпустить. Понятненько. Сделайте двойной прыжок. Дайте сальто. А как мне сальто-то сделать? Хм. Может быть, надо типа разогнаться? Это считается сальто? Наверное, нет. Это тоже, наверное, нет. Блин, а как же сделать сальто-то? Понял, надо бодать в полете, короче. Да? Или как я сделаю это? Это другая кнопка, какая-то кнопка. Ну ладно, давайте еще раз. Готово. Сделайте тройной прыжок. Раз. Два. Три. Закрепите инстинкт. А как мне нужно закрепить инстинкт? Может быть, это в меню надо закрепить? Окей, допустим, достигните прискольжения. Так, ну, нам надо выходить, я полагаю, да? Нам же тут в замке больше не надо быть.
Или это типа обучение? Давайте открываем. А, я типа могу просто так выйти. А, все в порядке. Возникли вопросы, мы пытаемся справка, в разделе справка. Понимаю, давайте-ка залезем наверх, посмотрим обстановочку, что там. Это не так-то и просто, оказывается. Коровка, ой, козлик, ты умеешь по стенам, да? Так, осторожно, осторожно, не торопитесь. Так, ясненько, посмотрели на обстановку. Ага, ага. Так, и что это будет, если мы так сделаем? Ясно, понятно. Да все, прощайки. Так, вот тут что-то важное есть. Вот что это такое. Доступно только в сетевой игре. Ну ладно. Сальт вперед, 360, это отлично. Опа-на, седло, да, давайте, давайте, седло мне понадобится наверняка. Ну, пожалуйста, игра. Седло можно? Козламинация, седло, открыто новое барахло, кайф. Это неправильная кнопка, мне надо бодаться было. Пойдем по лестнице, чтобы подняться по ней. Давайте поднимемся по ней. Ну, естественно, козел умеет лазить по лестнице. И по домам? Там что-то важное, там что-то важное. Так, все, побежали срочно туда, срочно. А зачем мне седло? Кто-то возьмите, чтобы на вас и седло, чтобы еще раз... Ага, ага, кайф. Поехали. Готово. Фигнюшка. Вы нашли свою первую фигнюшку. Что? Так, седло, вьючный мул. А, у нас есть деньги. Мы можем что-то покупать. Это что такое? Крылья. Быстро нажмите, чтобы лететь. Да, нормальная тема. А это что такое? Запускать фейерверки? Нет. В списке людей? Так, завернуть подарок? Нет. Что это такое? Поделиться праздничным настроением. Так, ну давайте-ка, может быть, пока полетаем, по приколу будет. Посмотрим, что это такое вообще. Пошел. Так, давайте. Почему ты не летишь? А, мне надо нажимать. Ну все, я уже доволен, да. А что еще нужно? Шляпа нужна. Так, сейчас надо подумать, как ее забирать, эту шляпу. Это как левитация в Моровинде, это вот именно она была. Так, шляпа, как тебя? Тут, естественно, надо пободаться, правильно? О, мы можем облизывать замедление, что? А зачем замедление? Выключить? Во. Беспощадная жратва. Жатва. Так, козел, давай, залезай уже. Давай, давай. Нет. Да что такое? Так, так, шляпа. Кайф. Нафига оно нужно? Непонятно, но надо надеть. Подождите, давайте наденем шляпу. Ну вот, снаряжение. Так, сломим шляпу. А, она уже надета, все прекрасно. Погнали. Я почему-то кнопку облизывания путаю с кнопкой языка. Ну, в смысле, кнопку толкания путаю с кнопкой языка. Ну все, уже вроде разобрался. Так, поехали. Это как-то жутко. О, давай-ка это самое. С нашего типа противником поборемся. Ага, понятно. Так, ладно, достигните сверхсветовой скорости при скольжении. Добавьте что-нибудь во все ячейки снаряжения. А как мне делать скольжение? Нажимайте возле силовых колоб... Ага, давайте. Нажимайте. Нажимаю. Не понял. Скользить. Пошел. Пошел. Так, ну это не сверх... Световая скорость еще. Понял, короче, мне надо, видимо, более качественно уметь скользить. Давайте полезем, посмотрим, как это получается. То есть нам нужно найти провода и держать струю, короче. Во, поворачивать нужно. Ага, ага. Он будет разгоняться или это не бывает? Не, он не собирается разгоняться, понимаем. Угу, угу.
скользить тоже здесь можно. Блин, а как же мне эту скорость развивать-то? О, банановая кожура, давайте-ка собрать, или что там с ней сделать. Опасно сидишь. Ага, ужас-то какой. Так, ну что, давайте тогда наверх, что поделать. Нет, не хочет, да? А ну, а может быть... Во, ну. Ясненько. Но тут очевидно, это важное что-то. Так, допустим. А, там уже начали подскальзываться на бананах. Тоже за это у нас понятно. Так, хорошо. Тут много, кстати, бананов почему-то. Что это такое было только что? А что если мы тут попробуем скользить? Это неправильная кнопка. Это не скольжение все еще. Ладно, поехали вовнутрь. Медвежатник. Так, пошли. Что это такое? О, май, а это что? Подойдите к лестнице. Ну, я уже подходил. Давайте-ка мы тут что-нибудь. Пошел, пошел. Ужас. Так, опа-на. Давайте-ка. Что это за банановая жижа? Непривычно. Непривычно. Но уже привычно. Достигните сверхцветовой скорости. Ого, хреновина. А как ее достать? Сейчас, сейчас достанем хреновину. Вот, идите-ка сюда. Фигнюшка, sorry, фигнюшка называется. Так, есть какой-то пистолетик, или что это такое? Ну, это очевидно, надо бодать, наверное, правильно? О, подождите, скользить написано. Давайте-ка попробуем скользить. Это не скольжи. Ну, это так, бывает. Ладно, поехали вниз, посмотрим, что там. А что он уронил? Что это такое? О, это бинокль. Давайте-ка возьмем бинокль. Может, он нам нужен для чего-то? Тебе надо бинокль? Нет, не надо. О, подождите, у него молоток есть. Нет, подождите, молоток нужен. Вот, берем молоток. Ого, что это такое было? А, это я нажал не тут. Во! Так, вот тут бы понять, как тут разгоняться можно. Почему он не разгоняется? Добавьте что-нибудь во все ячейки снаряжения. Надо хотя бы попробовать во все ячейки что-нибудь добавить. Это больше шансов будет на это. Так, ну пожалуйста, вставайте. Коробки. В коробках что-то бывает. Только еще банановые эти штуковины. Ага. Ага. Так, ясно. Поехали, значит, на карту давайте посмотрим. Какие-то вызовы тут что-то есть, да, такое? Карта, значит, мы на фабрике. Здесь есть полота лава. Давайте пойдем. Пойдем на отметку. Полота лава, давайте. Помню, я и сам такое играл. Сказал, о, какашки. Так, ну-ка. Что, это тоже только в сетевом режиме можно? О, остров. Поехали на остров. Так, давайте-ка. Это выглядит, как будто я ничего не делаю. На самом деле работа кипит. Но мы сковородочка из PUBG лежит. Да, то что нужно. Так. Сейчас мы... Ага, ничего не происходит, ясненько.
А, это типа возле Чили, который я понял. Он возле Чили? Надеюсь, что да. Так, ну что ж, давайте-ка искать, что здесь есть вообще, кроме сковородки. Такое ощущение, что для нас ничего не нужно. А облизывать сковородку мы не можем, да? Ух ты, мы можем подпрыгивать на яичнице, прикольно. Точно прикольно. Ну? Ну давай. Странно. Хорошо, а и зачем этот остров? Что здесь нужно делать? Свет как будто сюда, да, идет? Что с этим нужно делать? Хм. Может, это типа потом будет? Ну ладно, я понимаю, в общем, это... Ну, это может быть где-то до сейчас здание, поэтому надо карту посмотреть. Значит, что у нас еще есть? Значит, это тут, скорее всего, тоже сетевой. Ну, поехали, посмотрим. Может, типа сетевые, а не фиолетовые. Ну, надо разобраться, что да, почему. Кстати, а мы машины можем толкать? О, мы можем тут скользить. Опа-на, давай-давай, может быть, мы здесь лучше будем скользить? А, ёшки, тут тоже надо контролировать. Ну, тут, мне кажется, у нас больше шансов световую скорость разогнать. Если оно, конечно, было бы подлиннее. Но нет, не просто так. Так, машинка. Угнать транспорт. А, он летает. Прикольно. Так, а можно одному покататься? Нет! Ошибка! Ладно. Стоп, тут какое-то новое событие. Пошли на новое событие. Посмотрим, что за ерунда. Тра-та-та. Дерби. Пошли на дерби. Ну так, в обход, конечно. Ой, рыбешки. Оптовая рыбалка. Ого! Отходим. Угу. Угу. Ясно. C4 в этом самом. Так. Что это такое? Ага, ну хорошо. Покажите эмоцию. А как мне показать эмоцию? А, эмоции. Ага. Так. Ну-ка, что здесь? Почему оно не показывается? Ага. Ага. Это очень важно было сделать. Так, ищем дерби. Дерби на 190. Поехали, поехали. Курочка! Сейчас ты у меня получишь курочку. Пошел, пошел. Управление. Пип-пип. Ой, простите, я... Кто? Она забрала машину! Она пере... hit and run! А ну-ка, сваливай отсюда. Так, управление. РТ. Ага, ага. Так, а сигнал? Ага, все. Все как в PUBG. В принципе, то же самое. Так, вот дерби. Но, по-моему, там тоже был этот самый замочек, да? А тут есть события для обычной игры, не только для сетевой, мне интересно. Так, ну, очевидно, транспортные средства — это хорошая идея. Интересно, она... Ой. Ничего себе, дерево, ты в порядке вообще? Ну ладно, ладно. Извините. Так, врезается внедорожник. Да, опа, она не... Это лодка. Лодка меня даже больше интересует. Лодка. Подскакивающая лодка. Эй. Ну ладно.
Ага, типа мы нырять не можем, да? А это что такое? Это сброс с той фабрики, да? Я понял. Ну, не уверен, что тут хорошая идейка ловить рыбу. Ну, ладно, челы, вы как знаете. Угу. Проблемка. Но я вижу то, что меня точно интересует. Этот самый. О, нет, хорошая машина, поехали. Меня интересует воздушный шар. Давайте ускорение. Ой, извините. Давайте. Это что такое? Так, я же умел летать. Почему я сейчас не летаю? Ну, я хотя бы по воде как-то езжу, что? Нет. А почему мы вдруг не летаем? Только что ж летали. Ладно. О, пошел контент. Так, осторожненько. Да ёпрсты, я запорол все нам. Жаба такая. Ой, тут название есть. Акия 1, 2, 3. Ну, в принципе, оригинально. Ладно, как хочешь, Акия. Пошли искать более подходящие транспортные средства, которые у нас... А, тут ничего не доставит, потому что здесь этот самый, да? Угу. Динозаврик. Ну, давай на нем под... Штуковину забираем. Ой, извините. А, это другая уже фишка. Так, ладно, поехали наверх. Разгон. Ну, нет, разгон. Какой кошмар. Так. Ну. Ага. Так, ну, мы почти уже дам, только надо подняться в горку. Там тоже... Закозлил бы. Понятно. Ну, сейчас мы попробуем это справить. Так, где здесь непосредственно... Может быть, вот тут отверстие для входа? Опа-на! Крот! Крот может подбрасывать? Хек. Ну, надо было отметку, кстати, отключить. Мне эта отметка, очевидно, не понадобится. Вот, меня вот это интересует сейчас. Давайте-ка. А, тут есть башня козлина какая-то. Почему мы все еще валяемся? Вставайте. Во-во-во. Давайте. Да. Так. Сейчас нам, главное, осторожненько зайти на этот шар. Скользить должно быть, правильно? Да, давайте. Проваливайте. А где управлять? Там что-то нет? Ладно, вы давайте это самое. Можно покататься, пожалуйста? Нет, не скользить. Я покататься хотел. О, какой-то кристалл. Ладно, все, поехали. Это чуть ли нам не... О, мы, может быть, здесь можем наскользить на сверхзвуковую скорость. Поехали. Давай. Сверх какую там световую. Это не она. Но там была хреновина. Вот, давайте берем фигнюшку. Кайф. А, это опасно, да? Понимаю. Почему цветовая палитра поменялась? Так сильно странно. Ну ладно. Так, тогда поехали посмотрим, что за кристалл там сверху. О, нет. Давай, поверь в себя. Козлик. Козлюшечка. Так, все, пошел. А, вот, теперь палитра нормальная. Странная. Там, видимо, какой-то такой... Так, тут вентиляторы дуют на кристалл, правильно? Или что это такое? Это похоже на вентилятор. А, ну-ка. Пошел вон. Ну да, вентилятор вот. Ну, я так полагаю, если я вентилятор раскидываю, она сломается, да? Пока не сломалась. Так, вентилятор, не дуй.
Ну что-то там журчит, но пока никакого прогресса. А это что такое? Камень какой-то. Может, это специальный камень? А, бросает. Короче, если ты облизываешь что-то и потом бодаешься, то оно улетает. Н, научная теория. Так, ну давайте-ка поднимаемся. Так, челы, что вы здесь делаете? Сваливайте, давайте. Кш-кш. Кш-кш. А, ой, ну ладно, уже давай. Так, это наивысшая точка, это вершина мира, что ли? О, там город есть, и там есть статуя какая-то. Туда мы идем. Эй, ты чего? Короче, эта штука не хочет ломаться, да? Где мы? Непонятно. Поехали. Поехали, нам надо посмотреть этот островочек поближе. О, какая-то штука. Сейчас мы ее. Так, осторожно. Давай, 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 давай. Вот. Что это было? Хипстерская борода. А ну-ка. А. Короче, мне надо шерсть, туловище и ноги. А у меня такого ничего нет, что ли? У меня только на голову есть, на туловище. Ага. Угу. Так, так. А, блин, а не видно же. Сейчас мы вылезем тогда. Во, тут будет видно. Давайте-ка. Значит, на туловище нам надо что-то надеть. Что это происходит? Так, это все неправильно. Теплое одеяло. Давайте одеяло, это нормальная тема. Так, нас на спину нужно что-то. Ну, на спине у нас уже вроде что-то было. У нас же крылья там, поэтому скип. Ноги. А зачем платить, если можно не платить? Сапожки, чтобы не промочить ножки. Давайте. Шерсть. Ага, это расцветка шерсти, я понял. Пеструшка, крашеный и обычный облик. Нет, ну, нам либо крашеный. Нам нужно вообще-то что-то крутое. Магма. Ой, это не круто, это страшное какое-то. О, ма, это кольчуга. Есть деньги, давайте, можем себе позволить. Все, теперь у нас козлик защищен. А, рога нужно надеть. Так, какие рога? Пирожные какие-то. Рога любви. Непонятные всякие штуки-дрюки. Это что-то страшное. Так. Вот это вроде как-то рога принцессы. Это наш выбор. Подождите, ну разве что рога часа земли. А, это когда свечки, короче, вместо... Специальный камень. Это был именно он. Так, у нас получается еще два не раскрытых. Но час земли это подойдет нам. Он... Все, мы выполнили задачку. Сделайте двойной сальт вперед или назад. Так, а прям двойное. Это не считается, что ли? Сделайте двойное сальто вперед или назад. А, над 720. Ого, а как это сделать-то? Так. Эй, а как же? Бум. Так, так. Это не считается, типа, что я сделал? Хотя написано, что типа сделал. Ну ладно, давайте-ка еще раз. Так, ничего не получилось, ошибка новичка получается. Ну, ну давай. Ну вот, 720, и при этом не засчитывается почему-то. Ой, мы уже начинаем пахнуть почему-то, я не понимаю, откуда. А-а-а. Ого, ты кто такой? Ты что это там делаешь? Ужас какой. Так, извините, пожалуйста. Спасибо. Так, поехали, разгон. Пошел. Не-не-не, чел, давай. Пошел, давай. Трюки, трюки. Да, вот так. Репко. А кстати, здесь, по-моему, можно было бы сейчас разогнаться. Давайте, давайте победим на провода. Нормальная тема. Так. Запрыгиваем, получается, сейчас что-то сломалось.
Осторожненько. Ну все, слезай тогда. Так, нам нужно аккуратненько подняться по лестнице и начинать скользить вот. Не, не в эту сторону. Вот в эту, да. Все, пошел. Так, мы что, разгоняемся? Походу мы разгоняемся. Так. Давай. Но это не засчиталось, да? А нет, засчиталось. Теперь другие задания. Кайф. Так, полиция, прыгните на батуте 10 ряд подряд. Так, ну сейчас мы сначала сломаем кое-что. А ну-ка. Потушите себя водой. Срочно бежим в воду. В воду бежим. Давай уже беги. Ну скорее, он сейчас догорит уже. Тихонечко. Это не засчитало, да? Балан. Ну ладно, а как же тогда себя водой тушить? Пошел. Ну ладно. Ладно, надо искать, короче, где этот. Значит, вода и огонь рядом. Осторожненько. Пошел, хорошо, пошел. Кстати, а тут типа подводного нет мира, я понимаю. Это как это самый получается рафт. В нем тоже подводного этого мира не было особо. Не сильно сломалась камера? Нет? Ну, допустим. Серьезное давление. Приведите рабочих, чтобы поднять контейнер. А как? Не понял. Рабочих привести. А как мне их приводить? Давайте. Все, сейчас мы тогда разберемся с этим. Рабочие. Здравствуйте. Это тоже, естественно, только сетевой. Естественно. Так, вот вы третий будете. Все, поднимайте. Четыре рабочих поднимают 20-тонный контейнер, да? Это же не сороковка, это двадцатка. В космос его отправили. Понимаю, игра. И чел в порядке. Ну, естественно. О, нет! Предупреждающий знак. Прекрасно. Так, хорошо. Поехали выполнять наши задания. Но у нас батут. Я не знаю, где батут искать. Попадитесь 3 раза. Ну, тут очень просто. Мы берем кого-нибудь. И ищем. Culture. Это культура. Пошел. Какая-то крутая лестница. Поехали. Держитесь. О, кто это там? Это такой звук только что. Кто это издавал? Тут кто-то есть, кто нам нужен. Сейчас мы... Ого. Крепко. Так, что у него здесь есть? Очевидно, мне надо на вот этом попрыгать. Эй! Она только что... Серьезная проблема, говорит. Так, надуваем козлика. Давайте. Давайте. Я вижу, что нам тут. Что у нас за задание? Эй! С размахом завершено. А теперь домой. Так, а домой куда это? Домой. Частный клуб. Отправьтесь в казино замок и получите награду. А, ну правильно. Все, поехали тогда. Но мы же здесь могли бы еще парочку проблем решить. Во-первых, машина. Ага. Кстати, а тот козлик, я бы мог его на нем попрыгать там или что-то такое, ну? О, просто. Это есть игра, этот самый Just Cause называется. Вот это вот, в принципе, такая игра. Только там другого аспекта подход. Так, Car Birth. Что? Здесь рождение машин? Ну, давайте-ка. Здравствуйте, можно тут машинку, пожалуйста?
пожалуйста. Ух ты, красавый. Так. А, тут нам это не надо, да? Ясно, берем, короче, мы тогда вот эту машинку. Извините, задним. Вот, пошел. Поехали домой, короче, заберем награду какую-то там. Машечки. Так, что тут? О! Ясно. Извините. Да, там дамба, кстати, какая-то. Поехали на дамб, посмотрим. Извините, пожалуйста, простите. Ёпперсте. Управление тоже, в принципе, как в PUBG. Так, да, давай. О, хорошая машина. А машина, кстати, помощнее, потому что так бы она не поехала. Вы смотрите на это. Она ездит так же, как и мы. А это даже без ускорения было сейчас. Ух. Давай, давай, взлетай. Ну, ну, пожалуйста. Давай, давай. Ну. Не, не хочет. Ну, ну ладно. Ну, это просто тут непреодолимое препятствие для машинки. Во, тут, кстати, есть статуйка какая-то. Сейчас мы статую соберем. Так. Хреновина. Или штуковина. О, а это не батут случайно? Раз, два. Кстати, а мы хреновину не взяли еще. Три. Сейчас. Четыре, типа. А, куда это нас? Пять. Это не батут. Не, ну блин, он батутит. Ну ладно. Поехали искать батут тогда. В истинном значении этого слова. Что за хрень? Что? Почему там контейнеры? А как? Что, типа сюда нельзя залезть? Хлоу? Не может быть. Давай. Просто, ну, ну поверь в себя, чел. Ладно, поехали тогда по ступенькам, я понял. О, чел готов уже к прыжку. Сейчас мы его отправим. Ну, ну-ка, козлик, вот. Что это такое? Это тоже парашют? Ого, параплан. Открой, открой. Не открыл. Парить в небе. Сейчас мы попробуем попарить. Только до этого нам нужно залезть, посмотреть на эту... А, так это и есть наш замок. Блин, это что, он у меня отмечение был? А ты кто такой? О, это пицца? Что это такое? Коробка от пиццы. А почему она пустая? Пошла вон тогда. И ты тоже. А, это доставщик пиццы. Сейчас мы его... О, лава! Там в лаве что-то еще есть. Ладно, поехали синхронизироваться, во-первых. Что-то я пропустил. Это мы видели. Это чел у себя подмышки. Ладно. А, так там это там бы и была, да? Это статуя рыбака. Ясно, как. Заходим тогда в замок. Получаем свои наградки. А, так это везде один и тот же замок, я понял. Лёп. Давай, ну. Уже и тир. Так, ну это. Ага. А, вот, теперь эта штука тоже здесь, интересно. Так, ну парить в небе. Поехали попарим тогда.
если мы сможем, это, конечно, выйти отсюда. А, перед этим можно проверить, что нам добавило. Ноги, шерсть. А ну-ка, поехали. Рога. Не понял, какие рога появились. Ясно. И шерсть. Что по шерсти? Магма. Так оно вроде и была магма. Пассивный. Все тело покрывается песком. А, это типа эффекты, а не просто это самое. Блин, прикольно. Так, может быть, мне скрустящий, пассивный, гори-гори, ясно. А. Да, это уже все, короче, без эффектов. А на ноги есть какие-то эффекты? Вот. Сломано перед... Ужас какой-то. Эльфийские туфли. Кто-то нашел, бубенцы звенят. Гудки, ходули. Заряжать, удлинить и укоротить ходули. Нил Деграсс, Тайсон, говорит, в реальной жизни такие ботинки не будут работать. Сила, которую они создают, просто оторвет рывок вперед. Да. Да-да-да. Так, на спину можно вместо крыльев, может быть, что-то другое. А, у нас есть параплан. Тогда не надо. На туловище что-то есть с эффектами? Нет, пока не открыто. На голову какие-то эффекты имеются. Вот, есть наушники. Заглушают все звуки. Ага. Есть, читай между строк, есть гигантские 4К пиксели. Есть вдохновение. Продолжайте в том же духе. Нобелевская премия ваша. Так, интересно. Это ужас какой-то. Ой, извините. Ага, фигачите лазерами. Очки делаются, надо подобрать к ним прикид. Так, в первую эпоху Элронд поклянется, что первую эпоху был последний писк моды. Бросить снежок, оповещение. Так, ну, по поводу вот лазерных. Лазерные, кажется, крутые. Ну и снежок мне нравится. Давайте снежок. Элронд, мы ему доверяем, это он хороший парень. Все-таки он же... Ого! А, так мы можем быть кем-то другим. Ну, конечно, мы хотим быть Тони Шарком. Блин, надо было экономить козлиные баллы. Как, я не знаю, как они называются. Но, в общем, Тони Шарк нас интересует, поэтому пока что... Так. Машечки, ну это сейчас мы по плану быстро доберемся к этой статуе, где она там. Пошел. О нет! А, то все на одну кнопку теперь. Я не могу это самое держать, ну я понял. Ну давай, давай. Так, ну нам очевидно надо сюда залезть, на Empire State Building. Так, давайте. Нет! Козленочек, ну чего вы так... Хувер дам. Ну, вообще-то, на дамбу тоже надо было бы посмотреть. Ну, ладно, сначала... Нет, у меня теперь нету этой штуковины. Как же мне... Ладно. У меня же нет теперь крыльев. Что у меня параплан вместо них. Ну! Это неправильно. Все на одну кнопку теперь. Вообще все. И снежки, и параплан, и башмаки. Ага, я понял. Мне по этим нужно прыгать. О, Police Department. Так. Попадаться три раз надо. Давайте. Ого. А как это мы поднялись? Разыскивается. Отправьте осведомителей за решетку. Так, кто? Кто здесь осведомитель? Вы? Вы осведомитель? Давайте узнаем. Может и нет. Интересно, почему за это не даются баллы, чтобы попасться? А, мы уже попадались. У нас теперь, короче, другие челленджи. Челлендж. Хорошо. Ну давайте тогда как тут. Ну это же неправильно, так не должно быть. Машечки. А если мы начнем вертикальное движение? Ну, в смысле. Ага, ну просто ломается.
звук, как будто здесь что-то важное есть. Непонятно где, но где-то есть. Ну вот, это же мы вроде его и поймали, нет? Странно. А, это не она. Хм. Так, ладно, хорошо. Какой там план был? Я уже забыл. Надо было типа наверх залезть. А, вон же там что-то типа есть. А ну-ка. Ну, ну давай. Не. А ну, а тут? Ненавидит он нас, блин. Ну, 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 давай. Да просто, давай, давай. Куда мы? Куда? Что за хрень? Пожалуйста. Ну, ну давай. Вот, давайте тут по бортику. Вот. Пошел, пошел. Так, теперь ловим вот это. Пем. Теперь запрыгиваем. Нам надо на следующую по плану. Где следующая? А. А, тут еще тоже кондиционер. Пошел, давай. Там какой-то чел летает. Что это за супергерой какой-то? Что это такое? О, нет! Она не дает это сделать. Так, ладно, ничего страшного. Так, можем тогда попытаться забрать вот эту штуку. Ну, ладно, хрен, уже с ней так. А здесь нам нужно скользить вверх. Кто это такой? Он отсюда будет вылетать, нет? Сейчас мы ему это самое. Fly like a penguin. Sting like a gull. А, так смотрите, мы не одни, тут еще челы есть с этими самыми. Ладно, поехали тогда кататься. Угу. А зачем нам сюда наверх? Нам не наверх надо, нам надо на вот на кабель. О, гол можем сделать. Давайте сделаем гол. Готов. О, нет! Ошибка! Нет! Ладно, все в порядке, все в порядке. Вон, мы там еще статуйку сможем взять. Давай-ка. Вот, что это за чел? Что это за чел? Где он? Это какой-то супергерой местный. О, нет, теперь контейнеры на нас все время будут падать. Так, что вы здесь сделаете? Hello? Здравствуйте, да, и вам доброго дня. Нам что, опять надо искать работников, чтобы не подняли это? Что это? Вы танцуете? Я тоже умею, давайте. Сейчас, сейчас, сейчас. Да ёп просто. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Да. Вот. Пошел. Жесткий танец пошел. Ну, в принципе, уже, я думаю, достаточно, нет? Можно отправить этого чела вверх? Ну все, давайте, мы пошли. The hand. Ясненько, это ручная какая-то там. Какие-то там дела. Так, скользить можно. Сан Ангора. Ясно. О, это что же? Чел, ты что-то продаешь, что ли? Что здесь делаешь? Ганс. Так. Ага. Гоут? Она говорит, как будто это ругательство какое-то. Так, ну что, вот мы и добираемся наконец-то до статуи. Может, не самым оптимальным образом, но... Но добираемся. Так, пошел, пошел вверх. Либертарианство острова. Так, ну давай. Давай, остров.
А, точно, блин, я уже забыл, что там замедление можно было делать. Движений. Вернись. Да почему все на одну кнопку? Я просто хотел. Опа-на! Да-да-да. Давайте-ка. Всего хорошего. GTA пошел. А, стоп, а тут типа нельзя, да? Заехать наверх. А провода наверх не идут? Нет, не идут. А как же мне попасть тогда? Че, если машинка даже не затормаживает у нас? Осторожненько. Я понимаю, но может, позволите, ребят, у нас же есть вот текстурка. Ага, ага, ясно. А, так подождите, они как-то сюда попадают, то есть тут был какой-то путь. Нет, не столько, не снова. Отец-основатель. Так, с удочкой, да? Ага, я понимаю. А на удочке там что-то закреплено, да? Ага. Только сетевой игре. Понимаю. Ну, разумеется. Поехали наверх. Угу, хреновина. Так, значит, здесь можно пойти посмотреть, значит, что имеется на удочке. Если на ней что-то имеется. Такое ощущение, что ничего здесь нет, да? Это крючок. О, нет! Ладно. А еще как-то ускоряться можно? Дубы реально PUBG получается. Мэ! Нет! Коробочка! Ясно. О, челы! Поехали! А мы выберемся из воды теперь? О, мы в кого-то попали этими долбанными снежками, в конце концов. Здравствуйте. А как вы сюда? А, вы на лодках типа, приехали, я понял. Ну ладно. Эй, лестница, давай. А, это сверху, наверное, что-то гудит. Ух ты, тут еще одна фигнюшка. Ну ладно, нам нафиг не нужна фигнюшка эта. Тогда мы забираем какую-нибудь машинку. Скользить! Не, нам даже машинка не нужна. Поехали. Стоп, а если подняться на бар, на врата еще повыше? Здорово. Мы, наверное, не сможем, да, подняться? Да, мы не можем. Угу. Жесть-то какая. А я челы все еще на вечеринке. Ладно, мы не так, да, вот так доедем. Внезапно башмаки заработали. Короче, им надо, чтобы у них поверхность какая-то была под ними, иначе они не хотят. Угу. Пошла ты, мать. Ой, извините, пожалуйста. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, это похоже на проблемку какую-то. Сейчас мы возьмем себе исправлять. Угу. И в чем прикол, непонятно. Ничего не ломается. Ладно, поехали наверх. А, может быть, мне нужно быть под этим самым? Давайте-ка попробуем еще раз. Ага, ага. Так, вот это, видимо, нам надо будет сначала зарядиться, потом туда прыгнуть. Эй! Прыгнуть. Давай, давай. Ой, сейчас. Так, это типа одна из них, а их надо все. Я понял. Ну, давай, поднимайся уже, давай. Сейчас мы... квест выполним. Очень-очень важный. Так, чек.
Нет, ошибка. Ну ладно, я надеюсь, что он еще продержится с зарядом. А, ну вот. Не-не-не, так далеко. Ну, ладно, здесь лестница есть. А, электричество закончилось, кек. О, нет, это тоже закончилось. Короче, надо, значит, сколько их всего? 4 или 3? Ой, в смысле, 2 или 3? Или 4, действительно. Я думаю, надо начинать с дальней. Вот. Еще надо проверить, как вот это работает. Ага, их, наверное, 3 всего. Бэйм. Ну, это много. Ну, ладно, пробуем. Так, номер 1. Пошел. Главное не ошибаться. То есть, если мы сюда прыгаем, заряжаем первую. Чек. Сразу же возвращаемся. Ошибка, ошибка, ошибка. О нет, ловушка Джокера. Как выбраться из этой хрени? Серьезно, а как с ней выбраться? Сколько-то в районе 3 сколько-то. Так, все, мы застряли, да? Я понял. А можно как-то там телепортироваться куда-то? Нет? Возродиться, давайте. Во, пошли. И где-то мы возродились. Шлёп. Дистопия. Так, пошел музыкальный фестиваль, давайте. Сейчас, сейчас пойдем. Давай, вокал, вокал. Это что, на Металлику отсылка? Я понял, ну бывает. Вокала не будет, да? Тогда смэш, баба, пошел, пошел, бабам. Это вот пошла, пошла. О, мы можем вперед и назад, оказывается, кек. Вы тоже. Кто теперь играет? Кто теперь играет? Жестко. О, у нас теперь барабан будет. Мы сами сможем играть. Кайф. Козел ансамбль теперь. Правильно. Как играть? Никак. Наверное, не успел. Оказывается, была кнопка. Ну ладно, может, и успел, я ее прочитал. Так, ну давай. Опа. Так. Пошел. Жесть. Турнирная маска. Давайте-ка натягивать. Турнирная маска. Это будет на голову, правильно? Вот, турнирная маска. А, так а зачем? Ну, хотя вместо снежков, я думаю, подойдет любая уже. Так. Лазеры. Ё-моё, никого-то не хватало от дистракшена. Жесть какая-то. То есть мне даже нажимать ее не надо, она ПКД включена. Ёпрест, она ПКД включена. Жестко. Ага, я понял. Так, store closing. Ага. Но он закрыт уже был. Так, выходим. Ух ты, а здесь еще где-то сопка. Непонятно.
О, неужели какое-то событие? Так, используйте король уши. Открыто. Что за событие? Так, событие. Король. Так. Вот. Используйте король уши, чтобы найти и разбить дюжину спрятанных яиц. Нет. Поехали так внутрь. Ёпперсты. Водой мы можем потушиться хотя бы сейчас? Ну давай, давай. Ой, нет. Так мы уже и так потухнет пока. Ну давай, тушись. Типа поздно уже. Ну, да, ясненько, понятненько. Так, ну чё, куда? Ёп. Пошёл под текстурками. О, там какой-то подземный маяк. Поехали на подземный маяк тогда. А, мы уже не под землей более. Кек, а где же тот маяк? Ну ладно, может под островом он есть. Ну где-то там он был. А, нет. На острове текстурки работают. А как же тогда? Майклс Бэй. Понятненько. Бухточка. А сюда типа уже нельзя? А нет, можно. Пошел. Давай. Серьезная ситуация. Так, там кораблик есть какой-то. И как мы без башмаков до этого были? Так, кораблик. Интересно, нам на яхте можно поплавать? Или это... Они только особенные. Туда нельзя было? К корабликам? Ну, это не прикольно. Ладно, поехали, прокатаемся чуток. Бибип. Блин, заднюю, давай. Ну, машинка, ты только ускоряешься вперед, да? Лыцарь. А лыцарь делает... Как мы? О, так мы внезапно можем оказаться назад? Ну, пожалуйста. Ну давай, это же не PUBG, здесь реалистичная графика машин. О нет! Реалистичная графика машин, простите, пожалуйста, это я ошибся. Она в воду сейчас, она сейчас ныряет. А, ладно. Понятно. О нет, она что, сломаться может? Она загорелась. Ужас-то какой. Так, ну это уже... Вот, давайте. Да, этот звук ни разу не раздражает. Слушайте, мы же не будем этот квест делать, поэтому мы же запросто можем что-нибудь на голову другое надеть. Качевская качелька, давайте. Не понял, она типа ничего не будет делать, да? Это просто гантели. Ошибка, деньги потрачены впустую. О нет, это мы акулку теперь не сможем купить. Ну мы и не могли ее купить. Там же миллиард надо было монет. Как заработать больше монет? Вот. 30 тысяч. 30 тысяч монет. Ух ты! No sight.
Эй. Машинка электричества. Да-да, давайте. Давайте на Тесле покатаемся. Ты в порядке, ты в порядке, машинка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну что ты? Да как это такой крепкий столб? Машечки. Ну поешь, пошел. Пошел. Фу, наконец-то. Сейчас бы еще только полутаться и по тебе. Ладно, спокойно. Все, все, спокойненько. Во-во-во-во! Пошел, пошел! И это и все? Да мы как-то с тем челом получше летали. Что это такое? Слабо. Еще и врезались уже. Ой, все понятно. Сейчас она взорвется. Все, взорвалось еще. Ясненько. Заводите тогда башмаки. Очевидно, мы не можем на машинках кататься. О, Икея! Поехали в Икею. Посмотрим, что там за дела. Так. Так, 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 так. Где вход в Икею? Ну, классика. Сначала идут гаражи икейские. Понятненько. Это на нас все еще электричество висит. Кек. Простите, а мы что, в Икею не можем зайти? Эй, дайте мне хреновину. Эй! О, внутри там есть! Блин, а как туда попасть? Сейчас возьмем хреновину и пойдем вход искать. Может быть, это типа... Это самый... Как его? Не... Для сотрудников. Вот! Пошла, Икея, пошла. Набираем, набираем. Ага. А, так тут очень маленькая Икейка. А название? Транктбахса Ангест. Ну, в принципе, да, похоже на икейский название. Так. И это все, это одноэтажный кусочек маленький. Слабо. Даже особо поломать нечего. О, так стоп, это у нас реально маленький рыцарь мешковый. Я думал, у нас козлик рыцарь, а нет, у нас тут патата... Пататас. Сир Пататас. Ясно. Икейка! Ой, простите. Питер Ханна. Извини, Питер Ханна, у вас машинка. Кошмар, у нас слишком, кстати, культура-мультура. Внесите свой склад в культуру. Сейчас мы ее... Сейчас мы ее, это самое, внесем. Так, давайте-ка. А как тебе внести в нее? Как? Как это сделать? Вот в эту скульптуру, правильно? А как? А как я должен это сделать, интересно? Ну, облизывать нельзя, толкать нельзя, значит, надо что-то принести только в сети. Давай. Лайфгард? Ты что? Нет, не лайфгард, извините, я ошибся. Ух ты! Recycling is fun! Классно. Машинка! Блин, они намекают, что нужно делать вот эти штуки, но попадись, они не получалось попадаться. Нашему козлику, соответственно, можно попробовать найти батут и на нем попрыгать. А за статую, кстати, сколько дают? Ё-моё, сломал опять. Было бы неплохо. Да что оно все ломается? Ну давай. Ну пожалуйста. Так. Я могу, может... А, нет. А, да, я могу поскользить. Поехали, поскользим тогда. Не-не-не, обратно, вот. Вот, сюда, все-все-все, не, спрыгивай, спрыгивай. Вот так, все, хорош. Отлично. О, нет, их за 1000 дают, то есть мне надо их еще 5 штук 7-8 найти. Кулинарное мастерство, давайте. Что тут такое? Так, что за кулинарное мастерство? А, доверьтесь к своим сосочкам. Добавлен ингредиент.
А, ну не цепляйте при этом. Коробка фруктов, давайте добавим. Куда она делась? А может, типа, надо другие ингредиенты добавлять? Стол — это не ингредиент, я так полагаю. Вот, какая-то еда. Добавляем еду в еду. Сколько монет? Давайте 30 тысяч, пожалуйста. А, мне вообще не надо... О, 5 тысяч. Нормально. Смотреть прогресс. Ага, ага. Так, надо еще, короче, немножечко монет. Будет акулка. Как в Outworld. Для этого нам надо разогнаться. Странно, что типа деструктивная такая это самая, но за это монет не дают. Надо именно что-то находить. Какие-то челленджи. О, козёнок прокачку. Давайте, давайте. Что это? Откройте. Так, что значит за челлендж? Где он? Добавьте крутых деталей. Давайте добавлять крутые детали. Берем... Что такое крутые детали? Ага. Машина, крутая деталь? Да, машинка стоит. Берем бочку. Нет, нет, это не крутая деталь. Колесико. Давайте колесико нам... Нет! Блин, сломалось. Ладно, берем еще раз... Каких крутых? Я в итоге еще все еще ничего не добавил. Так, это типа фонарный столб, окей. Но оно все почему-то заменяет друг друга на переднем слоте. А как мне сделать, чтобы оно как бы в 3 добавилось? Не, очевидно, колеса ему не надо. Ну вот, не хочет. Допустим, огнетушитель можно? Он важен. О нет, он улетел. Ну хорошо, допустим, бочка. Бочка отвратительная, не становится. Круг спасательный куда-то станет? Не станет. Car for sale. О, кстати, машинка продается. Пожалуйста, купите, это написано. Есть. Сэндвич. Сэндвичный ящик. О, так, две уже есть. Так, надо не прогадать. Телевизор — очень важная деталь. Давай. Нет, коробка, не влетай. Нет, долбанная рыцарская штуковина. Нет. Ну просто она точно подходит. Улетела, да? Ладно, телек спереди. О, нет, стоп, это же она и есть. Давайте ее сейчас мы... О, нет, вряд ли залезет. Ладно, давайте тогда возьмем тот ящик. Нет, это невозможно. Надо снимать эту рыцарскую штуковину. Где она? Вот, турнирное копье. Давайте-ка... Угу. Завернуть подарок. Ну да, нет, стоп. Спутниковая тарелка, нажмите впитать его. Еще раз, чтобы запустить его в воздух. Я же потратил ди... Их уже было почти... Так, два предмета. Надо придумать третий еще какой-то. Подушку. Все, три крутых детали. Нет? Не считается за три крутых детали? О! Вы официально прокачаны. Да, но мы только камбэкнем, потому что было. Может быть. 25. Короче, надо еще... Главное ничего не покупать. Надо акулку закупить. Вот, что это такое? Это похоже на что-то важное. Давайте мудрость впитывать.
Новые инстинкты, я понимаю. Так, а, так мы вернулись. Кек, мы уже сделали полный круг, получается. Так. Баллон. Так, ну тут же по плану ничего мы не могли делать. Потому что все для сетевой игры. Кустарный ног, смажьте машину. Так, нужно машину смажить. А какую машину? Вот эту машину? А чем ее смазывать? Пивом? О нет! Берегитесь! Осторожней! О нет, свинюшки! Вы... Нет, ладно, свинюшки, вы в безопасности, не волнуйтесь. Ага. То есть здесь есть какой-то лимит по поводу того, что ломается. Я понял. Доставьте старушку замолчать. Какое страшное задание. Какая здесь старушка? Не хочется молчать. Так, кто здесь не хотел молчать? Вы? О, подарочки пошли. Ё-моё, крепко. Фу, а что это за колесные штуковины? Так. Ого. Типа их надо куда-то запускать? Так, hello. А как? Угу, ясно. Блин, ну пожалуйста, акулочку. Где мне? Где что еще можно здесь? Какую старуху? Что вы делаете? Чего вы бьете столб? Не бейте столб. Вот эту старушку. Ага, ничего себе. То есть мы к ней не можем еще попасть, получается? Джи-джи. Так. Давно пора. Достаем, значит, нашу снаряжение и выбираем в конце-то концов нашу великолепную акулку из Outward. Да. Ну, может быть, у нас акулка там получше, но это Тони Шарк. Он нам подходит. Как нам залезть сюда? О май! Это как раз для Тони Шарка работенка. Сейчас мы отжучим эту. Пошла, пошла жара. О нет, она нас отжучила. Слезай, акулочка. Долби. Ну что такое? А как? Вот. Ничего себе. Додум, короче, да? Как мне ее-то подмечтать? Непонятно. А, она типа в каждой комнате? Жесть. Найдена фигнюшка. Давай, Тони Шарк, давай. Поехали на выход полностью. Так, ну акулка в водичке должна быть как у себя дома, но почему-то нет.
Ясно, понятно. А ну-ка, ускорение, давай, давай. Так. Ну, ладно, в общем, Тони Шарк не справился с этой задачей. Сейчас мы так найдем какое-нибудь местечко. Ну, такая вот игра получается. Да, это был эксперимент. Вот. Возникли ли вопросы у меня по поводу него? Я думаю, нет. Я думаю, воспоминания, значит, нескольких раз на PUBG, они указывают на то, что сейчас будет PUBG. Ну, только я так подумал, что, наверное, после этих развлечений лучше пойти отдыхать, нежели сейчас с лампой в PUBG прыгать. Да. Вот. Поэтому большое спасибо за внимание. Всего хорошего. И до встречи завтра. Надеюсь, мы, собственно, встретимся и продолжим совместные погуляйки в Outward. До свидания.